До старта нового отопительного сезона кажется еще много времени. Однако, как говорится, не успеешь и глазом моргнуть, а на пороге уже зима. Для Харцизской теплосети лето – самое подходящее время для подготовки коммуникаций к предстоящей подаче теплоносителя в дома. Тем более, что уже в сентябре должна начаться предсезонная проверка системы централизованного теплоснабжения. В целом же тепловики провели не один десяток запланированных работ на теплопунктах, котельных и тепловых системах. Сегодня бригаду коммунальщиков можно было застать на Черемушках за 25-й школой. Замена плановая. Данная трасса обеспечивает теплоснабжением все 40-е дома на микрорайоне Металлургов. Протяженность данного участка 150 метров по каналу, то есть 300 метров трубы будет заменено. Меняем полностью от колодца и врезка, значит, 25-ю школу. Достаточно давно здесь в аварийном режиме был заменен участок теплотрассы, однако труба была уложена не по технологии. Сегодня коммунальщики в плановом порядке занимаются заменой коммуникаций по всем правилам, чтобы исключить лишние потери тепла. Лет, наверное, 15, ориентировочно так по схема поднимали, а замена была произведена в аварийном режиме, аварийная ситуация была, и труба была проложена бесканально. Сейчас мы восстановим схему теплоснабжения согласно правил, то есть труба будет уложена в лоток, заизолирована, покрашена. Бригада теплосети приступила к работам на этом участке около 2 недель назад. Еще примерно столько же времени потребуется для их завершения.